За классное руководство плюс 5000 рублей к зарплате. По поручению президента Владимира Путина такую доплату введут в школах с 1 сентября. Насколько важна эта мера поддержки, узнавал Рифат Фаткулин. О классном классном мечтают все школьники. Чтобы понимал, поддерживал, давал советы и любил такими, какие есть. Рассказывай, что у тебя случилось. Сегодня я утром не стукнулся в дверь. Ни с кем не подрался, надеюсь? Нет. Нет. А в записи почему аккуратно не ведешь? Тебе не видно с доски? Нет, не видно. Плохо видно, да ведь? Да. А очки у тебя есть? Да, я в тот день очки. Забыл просто? Психолог, наставник, воспитатель. Кого-то подбодрит, кому-то незаметно сделает замечание, а всех вместе обязательно похвалит. А еще учитель-профессионал. Руководитель 5 А Маргаушской средней школы Алина Паладева проводит со своими учениками классный час. Тема «Движение – это жизнь». По словам самих ребят, для них Алина Георгиевна как вторая мама. Потому что она помогает в трудные минуты, когда не можешь иногда решить задачи. Хорошая, понимающая. За что вы его любите? То, что она нас понимает, учит хорошо. В школе Алина Паладева работает 18 лет, из них 15 отдано классному руководству. Учитель русского языка отмечает, надбавка в 5000 – хороший стимул. Электронные журналы и дневники, работа с документацией и личными делами учеников, встречи с родителями – на все это уходит масса времени. Классный руководитель – это не просто учитель, он прежде всего воспитатель, он психолог. Мы ежедневно проводим всевозможные беседы, еженедельно проводятся классные часы, которым, конечно же, необходимо готовиться. Кроме этого, мы тесно сотрудничаем с учителями, ведущими предметы в этом классе, потому что приходится решать не только вопросы учебы, но и возникающие проблемы. Активно работаем с родителями, ведем журнал, в котором мы записываем, как часто мы встречаемся с родителями. В общем, работа колоссальная, и без альтруизма было бы сложнее. Сейчас региональная выплата за классное руководство около 1000 рублей. Федеральная станет заметным бонусом. Процесс воспитания, он очень важен, так как мы отвечаем за успешную социализацию наших детей, и большой как раз функционал в воспитательном процессе относится к классному руководителю. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.